Доброго времени суток, дорогие друзья, гатаманы, подписчики канала и все остальные. Это вторая готика, и мы с вами остановились в прошлый раз на том моменте, когда пришли в логово бандитов, где хозяином был некий Декстер. Как мы узнали, это тот самый Декстер, бывшая тень, да, из старого лагеря. Теперь он промышляет вот здесь вот этим вот бандитским всем отродьем. И давайте его расспросим насчет похищения людей теперь. А насчет наемника он нам ничего конкретного не сказал, да, что требовал от нас Корд. Ну что, так Корду тогда и передадим. А теперь давай уже сразу его скажем про похищение людей. Я не вижу. Послушай. Ты похищаешь жителей Хариниса. Итак, это выяснено. Хорошая работа, приятель. А я-то думал. Я надежно заметаю все следы. Так, ну, значит, не так, что надежно ты заметаешь, раз даже проходимец из Рудной долины может тебя найти. Куда попадают похищенные люди, работают где-то здесь, в рудниках. Какие тут нафиг рудники, тут все уже заброшено. Куда попадают похищенные люди? Работают где-то здесь, в рудниках? Нет-нет, они далеко на северо-востоке. Тебе туда не добраться. Я мог бы показать тебе, где именно, но мне совершенно не хочется. Ах ты, подлец. Кто дает тебе приказы? Хозяин. Очень опасный человек. Впрочем, ты его знаешь. Это Ворон. Один из бывших рудных баронов из долины тот рудников. Самый Ворон. Эти люди нужны ему для выполнения его планов. Это все, что тебе нужно знать. Блин, неужели мы его не завалили, Ворона, в прошлый раз, когда мы посещали через рунный камень старый лагерь? Помните, мы в первой готике его полностью защищали от всяких там стражников и рудных баронов? Я даже сам помню, как я убивал Ворона. Но, судя по всему, эта козлина выжила, скорее всего, не до конца мы его убили. Рудный барон здесь, в Харинисе? Он больше не рудный барон. У него свои... И скоро Харинис падет к его ногам. Но это мы еще пресечем. Ворон опасен? Перестань. Да что тебе известно? Ты не знаешь его, как я знаю. Тогда он действительно был жалкой свиньей, но теперь, после падения барьера, он изменился. На его лицо легла черная тень. Если слишком долго смотреть ему в глаза, его взгляд пронзит тебя, как когти хищника. Я дам тебе один совет. Беги из Хориниса. Беги, пока еще не слишком поздно. Здесь тебя ждет лишь верная смерть. Да, сбежать с острова, но ты просто остряк. Ну и что, дальше будем с тобой делать? И что ты собираешься делать сейчас? Убить меня? Да. Но ты освободил нас всех. Вот почему я даю тебе еще один шанс. Сваливай, исчезни, сделайся невидимым. Уходи, и больше не попадайся мне на пути. Я должен узнать, куда ты отправил людей. Ты мог бы попробовать силой заставить меня говорить. Думаю, тебе лучше уйти. Если я увижу тебя еще раз, то без колебаний убью. Я предупредил тебя. Так, ну разговор по душам удался, поэтому что сейчас делаем? Грег, ты где? Мне нужна твоя помощь. I need your help. Так, ну что, сейчас делаем такой фокус, призыв Грега. Вот, сейчас сразу тогда агрим всех на себя. Так, блин, да... Че ж ты, блин, всяких там пнях залипаешь, скотина. Мы еще встретимся! Стой, трус! Крэг, давай, падай вниз. Защищай меня. От этих ублюдков. О, я вижу кошель еще один. Мы еще встретимся! Блин, меня сейчас опять грохнут. Мы еще встретимся! Блин, ну давай, давай, мочи их уже. Блин, как... Как вы своими мечами, блин, добиваетесь? Смотрите, какой тут братская могила уже. Давай, 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 стальных, стальных, давай. Блин, сейчас бы еще бы ползуна бы выпустить. Но у меня до этого нет времени абсолютно. Мы еще встретимся! Нет, твою мать. О!
Декстер левитирует твою же дивизию. Что-то вообще творится. Так, надо сейчас попить. Получил, подонок. Так, и теперь сагрить вот этих ребят. Сейчас давайте сразу здесь сохранимся. Ой, блин, как вы... Как вас тут много? О, два парня. Всего лишь два парня. Так, ну кого тут на вас? Давайте тут ледяную стрелу туда на вас. Ледяное копье. Так, минус один, а это сейчас будет минус два. Так. Падай, сука. О. Все как по заветам. О, еще отмычки. Ну, хотя бы, ладно, если опыта-то и не наберу на вас, то хотя бы... Хотя бы с вас добычу соберу всю. Так, ну чё, давай поговорим. Ага, значит, Декстер своё получил. Похоже, он мёртв. Не могу сказать, что мне его жалко. Проверь, что у него было с собой. Ок. Но сначала я всё обберу. Конечно, всё это по мелочи. Так, вот он, Декстер. Так, грубый короткий меч, белый ром, пиво, приказы, ключ. Из этого не выйдет ничего хорошего. Давайте сразу приказы почитаем. Это, я забрал это письмо у предводителя бандитов Декстера. Что он тут пишет? Декстер, ублюдок, когда я еще был рудным бароном, ты не был настолько ненадежен. Если ты в ближайшее время не пришлешь мне новую партию похищенных людей, то у нас начнутся серьезные проблемы с ребятами. Мне нужны новые рабы или ребята взбунтуются. Думаю, мне не нужно объяснять тебе, что это означает. Уже скоро я попаду в храм. Меньше всего мне сейчас нужны эти проблемы. Еще одно. Рано или поздно нам придется найти путь через северо-восточные горы. Если мы не будем платить пиратам, они перестанут заниматься нашими перевозками. Ну, короче говоря, из этого не пираты выйдет и бандиты ничего хорошего. Здесь были, так сказать, взаимосвязаны, да? То есть они тут... Да ты, блин! Сука, откуда ты появился, мразь? Так, как теперь мне от тебя отвязаться, блин? У меня ничего ж нет. Мы еще встретимся! Сука, а? Скотина. Где ты есть? Бандюган грёбаный, блин, сука. Это что самое паршивое, Грег мне сейчас против вот этого хера не поможет, потому что там по скрипту так прописано, что... короче говоря, встретимся. Ну сейчас, когда уже типа мирное событие наступило, да, то есть сейчас уже большую часть перебили, он мне сейчас помогать не будет. Блин, как же мне тебя сейчас издалека-то расстрелять? Ох, а тут еще и бандиты есть. О, ёк-макар. Так, короче говоря, давай перекусим. Гребаная башня. С добрым утром, чувак. Сейчас ты получишь. Вроде все, да? Блин, а где тут наемник-то? Ладно, давайте тут раскалыватель черепов возьмем, очень крутая штука. Так, сундук. Это тот самый сундук Декстера, кстати говоря. Но что-то здесь вообще ничего особого нету. Так, давайте сразу выпьем эликсир. Твою ж мать. Где этот бандюга-то? Сука, такой, блин, появился из ниоткуда, понимаешь ли? Так, я надеюсь, что он, наверное, упал, да? Потому что я слышал его предсмертный какой-то тут этот крик. Надеюсь, что он упал. Так, ладно, давайте обыщем всех до конца.
Ну, не так уж и много золота у них, конечно. А меня больше всего удивляет, у них даже нечего у большинства взять. Просто тяжелый сук, но он этим тяжелым суком может нет. замочить с одного раза. Там просто. Ничего нет. Так, шпага. Вот нечего шпага, значит, взять. Нет. Очень высокую стоимость имеет, относительную, да? Поэтому шпагу в первую очередь. Так, ну сколько же он тут, конечно, блин, понаделал делов у нас. Ой, так, самое главное, сейчас отмычками обзаведемся. Ну, Грег, ну дает. Ну парень, да. Мужик, нечего взять. Мужик, одним словом. Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего так, хорошего. Ну давай теперь с этим Грегом поговорим. Я нашел только это письмо. Покажи! Черт возьми! Это мне совсем не поможет. Нельзя было его просто так убивать. Ну извини. Скажи, ты случайно не знаешь, как попасть за горный хребет на северо-востоке Хариниса? Возможно, через портал, который обнаружили маги воды. Что это за бред? Маги воды. А мысли получше у тебя есть? Нет. Значит, я здесь застрял. На Декстера у меня была последняя надежда. Да, что-то не везет тебе. А что тебе было нужно от Декстера? Я приплыл сюда из-за северо-восточных гор, и я хочу туда вернуться. Я надеялся, что этот ублюдок расскажет мне, как добраться туда без корабля. Ну, я Скипа видел за городом. Я думаю, он из твоей команды. Недалеко от города я встретил пирата по имени Скип. А, этот идиот! Я ждал его 3 дня. Почему он не появился раньше? Ничего, я ему еще покажу, что к чему. А что находится за этими горами? Тебе даже не стоит пытаться туда попасть. Земли там суровые. Такому человеку, как ты, долго там не протянуть. Ну, а давай я тебя еще кое-что спрошу. И еще кое-что. Сначала принеси... Окей. Повтори. Давай, повтори. Так, посмотрим. На озере с 2 водопадами, сделали. На верхних пастбищах есть еще 2 места, а, где пойдем. Я закопал одно за находящейся там фермой, а второе рядом с входом в проход от верхних пастбищ к полям Анара ведет лестница. В долине, в которую она спускается, есть еще один тайник. Так, стоп, еще раз. Так, третий, на верхних пастбищах одно за находящейся там фермой. Понял. От верхних пастбищ к полям Анара ведет лестница. В долине, в которую она спускается... А, все, понял. Ну что, кстати, сейчас туда можно и пойти. Так, только предварительно что, давайте тут пожарим мясо. У меня дохрена мяса там, по-моему, целых 33 штуки. Давайте, я сейчас пропущу этот момент, а то слишком долго это, на это смотреть. Итак, мясо мы пожарили, сундук уже вскрыли. Кстати, там в этом сундуке было 7 заготовок. Это очень good, потому что сможем сейчас ковать мечи и их продать же потом. Получить еще больше денег, еще больше гешефта. Давайте сейчас сразу пойдем вот на эту башню. Здесь у нас 2 эликсира, 2 зелья, да, по-моему, 1 целебный, другой магический, насколько я помню. И сейчас нам надо пойти вот на ту башню. Просто дело тут в чем? Тут есть очень интересный лук. Огненный лук, так сказать. Это уникальный предмет, больше его, по-моему, в игре встретить будет нельзя. К сожалению, у него будет не очень большой урон. Но он довольно-таки любопытный. Любопытная вещь. И до него еще трудно добраться. Что больше пикантности ему придает. Ну, сейчас посмотрим на характеристики. Сейчас давайте. Там до конца. Ничего нет. Из этого не выйдет ничего тут все хорошего. Изучим. Из этого не выйдет так, ничего тут уже хорошего. Все взяли. Кстати, давайте насчет оружия, где у нас раскалыватель черепов. Да, короче говоря. Что-то как-то не рулит. Слишком много силы требуется. У нас сейчас 13 опыта. Надо его потратить уже наконец-то на силу. Потому что, блин, мы что-то очень еще хилые, ребята.
Хотя бы до 50 силу довести уже хорошо будет. Так, и вот мы видите, там наверху что-то пылает. Это и есть сам огненный лук. Короче говоря, способ добирания до него немного нестандартный, да? Нам надо сейчас за краешек ухватиться. Во. А, только проблема в том, что я уже забыл. Тут еще для него есть огненные стрелы. А, так, я не очень хорошо помню, он стреляет ли обычными стрелами или только вот этими огненными. Вот это я уже не помню. Давайте посмотрим в инвентаре, что тут у нас есть. Огненный лук, не хватает нам 6 ловкости, да? Тут ловкость необходима 25, урон 50. Зато цену, как мы видим, 2000 целых, да, за лук. Ну, он уникален. В принципе, на 5 параметров он круче обычного арбалета ополчения. 45 здесь, да, а здесь 50. Поэтому, в принципе, невелика-то особо беда. Так, давайте сейчас вскроем вот эту штуку. Влево, вправо, вправо, влево. Нихера себе. Так. Еще огненные стрелы. Блин, у меня такое ощущение, что он только огненными стрелами стреляет. Ну, по-моему, вот этих огненных стрел, они типа уникальны, их больше нигде не встретишь, по-моему. Ну ладно, в качестве трофея хотя бы заберем, может быть, кто его знает, может быть, еще и применим. Тем временем уже начинает темнеть, а ночью я не люблю ходить, поэтому давайте здесь поспим до утра. Так, и я видел, там если обратно пойти... О, теперь этот труп появился. Тебя тут раньше вроде не было. Сколько у нас? 14740, блин, до следующего левела очень далеко еще. Очень еще далеко. Видите, там тропинка куда-то есть, она ведет. Давайте туда пойдем. Хотя, в принципе, наверное, туда не стоит идти. Там ничего нет. Ибо там мы увидим двух троллей. И, возможно, мы об этом еще пожалеем. Давайте предварительно сохранимся, потому что я сам боюсь туда идти. По старой памяти помню. Вот он, тролль номер один и тролль номер два. Если бы их там по одному было бы, то это еще ладно. Это я бы еще мог понять. Там можно было бы их загнать, просто загонять. Но находятся они близко друг к другу. Видите, какие они гигантские ублюдки, блин. Так, а что в этой долине? Тут, по-моему, были заброшенные шахты, да? Судя по всему, как я вижу. Оу, яркая. Нифига себе. Ёб твою мать! А-а-а! Нахера я сюда пришел, называется. Ну да, ребят, вот в этом вся готика на самом деле. Да уж. Лучше бы я эту дверь не открывал на самом деле. О, да. Так, ну. А наверху интересно, что. Сможем мы пробраться наверх? Там, наверное, особо и делать нечего, и, судя по всему, сейчас в баг-зону попадем, где фиг выберемся оттуда. Хотя, по-моему, допрыгать. Ну вот, мы уже застряли, короче. Так, ну что, два тролля, как-то... Нет, их-то можно убить, на самом деле, там ничего особого сложного. Дело просто в том, что... А, или тут один тролль, или два. Что-то мне так показалось, один тролль, да? Один тролль это замечательно, просто дело в том, что их можно тупо загонять. Они же, ребята, такие грузные, да, медлительные. Вот, поэтому на этом можно и
сконцентрировать внимание. Так, кожаный кошелек давайте не забудем. Тут еще есть, по-моему, сундучок. Вот это вот. Так, влево-вправо. Блин, вот такие вообще комбинации ужасные. Все отмышки сломаешь прям. Ладно, короче, идем вниз сейчас обратно. О, давай, у тебя вот отмышки заберем, как раз они мне нужны были. Что-то вороны каркают. Так, и что, давайте рискнем здоровьем пойти на тролля в конце серии, да? Дайте попробуем, мне вот на самом деле интересно. Там самое главное просто все время уклоняться от них. Конечно, жаль, тут нет перекатов. Так, с тем чуваком с громом, по-моему, мы уже разговаривали. Их реально задолбить с тролли, но это будет очень долго. Очень долго. Эй! Ты можешь? Конечно. Но сначала принеси мне приличной еды. Я умираю от голода. Я хочу бутыль молока, буханку хлеба и жирный окорок. Слушай, блин, ты не слишком ли ты много просишь? Блин, у меня был окорок, но кто ж знал-то? Ладно, там по ходу дела, если я найду что-нибудь новое, какой-нибудь окорок, то я тебе обязательно дам знать. Бедный ты наш голодающий. Голодающий по Волжье. Ну, с одного раз свалим, отлично. С этого арбалета. Из этого не выйдет ничего хорошего. Короче говоря, на волков с арбалета одно удовольствие охотится. Так, ну чё? Сейчас будет битва змея и горы, да? Попробуем что-нибудь с ним сделать. Блин, он, сука, все время... Он все время к нам лицом. Да. Короче говоря, можно было и не идти. Тем не менее, мы не ищем легких путей. Я хочу пройти хотя бы мимо, посмотреть, что он там охраняет. А их там еще двое. Короче, можно было выпить какой-нибудь... Если был бы... Был бы, если бы эликсир ускорения, да? То было бы легче. На самом деле. Во. Так, скрижали. Отлично. Так, убегаем отсюда нахрен. Так, что мы еще тут видим? Мы тут видим у нас... Отстань от меня. Так. Блин, демона бы вызвать, он бы тебя бы отпинчил бы. Кстати, блин, хорошая идея, я думаю. О, рапира. Царский щебель, блин. Ох, нам только что херачили. Так, ну там еще что-то осталось, там кошель остался и лук. Так, все, давайте. Кожаный кошелек, лук, все. Бежим отсюда. В принципе, все. Он этот... Тролль нахрен он мне там не нужен, не сдался ни в первые 100 лет. Так, все, что мне необходимо, я взял уже. Так, давайте теперь посмотрим более обстоятельно, что там мы взяли. Рапира. Ни хрена себе необходима ловкость 50. Блин, может нам чё? Может нам ловкость вкачать, а не силу? Смотрите, урон 100. Да мы с этой рапирой, блин, можем вообще ходить вплоть до конца игры. Блин, охренеть. Крутая штука, на самом деле. Шпага, блин, еще шпага. Обалдеть, они прям как с неба, что ли, падают. Так, сколько у нас отмычек-то уже? 6 всего.
Но, кстати, ловкость, она влияет на то, что будет ли у нас ломаться отмычки или нет. Так, без потери отмычек, отлично, и болты еще взяли. Блин, действительно, может, ловкость вкачать, а? Целую рапиру нашли ведь. Так, давайте сейчас, ладно, попьем зелий. Восстановим свои силы. Так, ну еще давайте уже, наверное... О! Так, сколько у нас? 1400 золота. Давайте сейчас помолимся Инусу еще. Сразу ему 100 золотых отвалим. О, ловкость плюс один нам дали, отлично. Так, в принципе, можно баблом жертвовать и прокачивать свои навыки потихонечку. О, еще каменная табличка. Да смотрите, просто... Какой-то праздник какой-то. Лечебную травку мы нашли. Ой. Короче, красота, мед да мед. Так, кстати, давайте посмотрим, что у нас за таблички. Так, табличка сила 1. Отлично. Сколько нам дает? Сила плюс 2. Замечательно. Жизненная сила 3. Стрельба из лука 2. Вот дилемма, да, все-таки, блин, куда очки обучения-то тратить? В силу ли или в изучение остальных каменных табличек ли? Ладно, давайте сейчас пойдем к Орду, сейчас ему сообщим о этом происшествии, да? То, что наемника мы его нифига не нашли. Так, овечки мирно пасутся нашего Пепе. Корт. Я встретился с Декстером. И? Он мертв. Я не нашел следов твоего друга Патрика. Декстер его вспомнил, но сказал, что последний раз его видел очень давно. Ты уверен, что Декстер не лгал? Не уверен. Но это все, что я могу тебе сказать. Не понимаю. Не мог же Патрик просто так взять и исчезнуть? Что ж, ты выполнил условия сделки. Что насчет задания Торлофа? Не беспокойся, я обо всем позаботился. Твое задание выполнено, и ты прошел испытание. Можешь поговорить с Торлофом. Ну, с Торлофом пока еще рано говорить, потому что там еще слишком много заданий наемников, да, чтобы их выполнить. Так, мне сейчас надо вспомнить, кто тут силы, силе учит богатырской. Это не удивляет меня. Так, учителя, да? Обучение на ферме Анара. Так, а вот Торлов как раз-таки мне может силу и ловкость поднять. Давайте силу поднимем. Я уже подумал. Никто ничего не хочет знать. Это было всегда очевидно, если все... Я хочу улучшить свои способности. Это не секрет. Блин, ну что ж качать-то, блин, а? Смотрите, ну если мы ловкость до 50 докачаем, да? Нужно верить всему, что говорят. У нас будет рапира. Даже не знаешь, кому. С уроном 100 сразу. Но, блин, я нас мы силы уже больше вкачали просто. Да. Если толку, если смысл. Нет, это услышал. То же самое. Ладно, давайте пока силу вкачать. Никто ничего. 10 ЛП, ни хера себе. Уже. Не говори, что ты не знал этого. Хорошо. Теперь ты можешь. Ты действительно веришь в это? 38, ни хера себе. Чё-то как-то, блин, это ребят, так, как ты сказал. Уже за 38 ЛП уже он больше получается. Он настаивал, что ему лучше знать. Так. Он знал это не от меня. Но это уже невыгодно. Это было всегда, блин, это значит и ловкость до 50 мы будем поднимать до китайской пасхи. Так, тогда есть резон сейчас вкачать еще одноручное оружие. Он все время знал. Я об этом тоже так считаю. В принципе, у нас 20, да, одноручное оружие. Если мы вкачаем его до 30, то Корд за нас проголосует. Ну, я тренирую. Ты сука, ну ладно, тогда придется нам пойти в
Харинес заново. Там стражник хочет одноручного оружия как раз. Ну это ладно, это все потом. Никто ничему не усвоил. Что сейчас на данный момент? Я не знаю, нужен все хорошо. На данный момент давайте сейчас сконцентрируемся на поиске сокровища для Грега. Так, он, ну, в принципе, сейчас два схрона мы нашли. Это в пещерке, на болоте, не на болоте, а точнее в озере на островке. Осталось еще два места на ферме Бенгара и рядом с входом в долину рудников. Туда мы в следующей серии, друзья, и пойдем. Ну что, такая мясная довольно-таки серия получилась с вами, да? Интересная мясная. Нашли мы очень много таких секретов. Огненный лук нашли. Будем потихоньку докачиваться, прокачиваться. Всем спасибо за просмотр, друзья. И пока, до скорых встреч.